Астероиды отстреливать неудобно. Да. Еще нет, эти с... в электричестве эти три крутящиеся штуки здесь. Приноровиться. А, да. И в реакторе эти кнопки. И карточка. О, да, да. И карточка. Не, карточка у меня с первого раза. У меня карточка с первого. Я знаю, кто будет убийцей. Вот, пятница бегает. Я только мимо Кати пробежал, Маша, когда ты ее успела шлепнуть. Меня разве шлёпали? Я, кстати, не убивала. Нет, нет. А может, когда, когда остается меньше членов экипажа, чем импостеров, победа засчитывается. Да, да, да. Опять. Ну, ты, ё-моё, ну. Потому что чисто вот некого больше. Все, мутимся. Так, где-то. Так, опять меня пришлёпнут, да? Не выполнил ни одного квеста. Интересно. Пу-пу-пу. Не, ну слушайте, скиф вообще отлично сыграл. Мало того, что кучу народу полишили, так еще и очень грамотно от мистера избавились. Это прям круто. Это прямо в респект. Я, конечно, топчу. Короче, есть у меня подозрение, это что это рух. Труп нашел. То есть, как бы я рядом с тобой только что стояла на... А откуда Кукасичка. Ты появилась? Откуда я ты пришла появилась? Снизу. Меня ребят, там видел, кстати, с какого низу? Ребят, как раз... видел. Ребят, я видел Варига, да, в рубке. Я алерт нажал, я снизу. А мне кажется, ты Катю нажал. Убила. А мне кажется, что ты меня был... гонишь, как бы, это как бы вот значит только то, что это ты убийца. Ребят, потому что ты просто так агрессивно не ведешь себя. Вы че... Я знаю одно, скиф не предатель. Я в этом не уверен. Вот не уверен. Нет, нет, нет. Ну, либо он сделал харакири. Давайте. Народ, я труп овецы нашел ниже кнопки. Вот прямо в самом низу. Ну, я ее видел недавно, я там рядом пробегал. Я делал, короче, задание, вот где это рычаг вниз, там нужно опустить. И что-то никого не было вокруг, потом... Бах, смотрю, потом начался саботаж. Я пошла на него, там встретила мистера. Ребят, а заданий с рычагом несколько на карте, что ли? Ну да, вообще. Ты делаешь одно, может быть два. Их не может быть два, их всегда два. То есть, если оно у тебя есть, значит, ты делаешь одно. У тебя список есть. Второе, да. Ну, и как бы, кстати, важно, если вы оправдываетесь, не перепутать, потому что сверху обязательно первое, снизу обязательно второе. Ну да. Очень много заданий зациклено на том, именно что типа вот есть первое задание, оно обязательно в одном месте находится, есть второе задание, которое обязательно в другом месте находится, поэтому осторожнее со словами. А я вот этого сейчас не поняла, как это работает. Ну, ты сначала смотри, вот выполняешь у тебя одно. Задание с выбросом листиков, оно у тебя на карте показывается как одним знаком. Ты его делаешь, и у тебя показывается второе, типа оно стрелочкой обычно показывается, или тоже восклицательным знаком на карте. Допустим, если у тебя есть задание с соединением проводков, их обычно три в разных местах. Вот они, по-моему, показываются рандомно, то есть их можно... Не суть, кого выкидываем? Да вот непонятно, я не понимаю. Не знаю, меня много человек видело, как бы... Да меня в администрации видел, у меня два человека в администрации видел, вот Рух и кто ладно, еще? Ладно, давайте скипим. А в администрации я никого не видела, кроме мистера. Я еще видел, что кто-то провода чинил. Ну тут вообще без понятия, кто... Ага, Немо, Рух, понятно, обиделся. Немо. Так, ну что, смотрим, куда дальше, вниз, благо нам показывают, куда. Слушайте, если сегодня за убийцу-то поиграем, а? По-моему, не знаю, вот я бы хотел поиграть. Ну, правда, 10 человек. Так, юс 1, 3, 6, 2, 3. 1, 3, 6, 2, 3. Окей. Так, нажал. Свет вырубили? Или это настройки такие? Сейчас нахожу труп и обвиняют меня. Так, красный, фиолетовый, синий, желтый.
Так, сюдой. Здесь еще костик. Так, красный, синий, фиолетовый, желтый. Так, синий, желтый. Я не дал, но мне просто так удобнее. Так, красный. Отлично. Ну и сюда. Кто-то микрофон не мутит. Ну потому что... А что? Клавиши так заделаны. Все, у меня еще... А, нет, у меня еще два квеста. Пойду-ка я схожу наверх, потому что... Наверху частенько можно найти какой-нибудь труп. Но вроде чисто. Угу. Такс. И где? Кто у нас бегает? У электричества оставался. Я в электричестве была, Беринг. Я был в электричестве, Беринг. Ну, только камеру посмотреть решила там. Так, а где Эмма нашли? В столовой. В этот, там, где двигатели чинят, или... Блин. Как это показывает? В столовой или двигатели? А, где извините, еще квест такой? В столовой никого не было, я в столовой просто-напросто. Пиликают квадратики, тебе нужно повторять, короче. В реакторе. В реакторе? Да, в реакторе. Ненавижу это задание. У меня оно было самое первое, и я его выполнил. Потому что оно долгое. Я никого здесь не видел. Странно. Я вот видела, драконит стоит у какой-то точки, непонятно чем занят. Ну, со мной был Беринг, и кто-то еще был в электрощитках, я не помню. Вроде слушай, да, вроде бы Немо. Ну, я был, да. Беринг, я тебя видел, электрощитовой. А че я скипаю? А могли кикнуть мистера, по традиции? Опять, да? ТЗ, у меня Немо больше подозрений. Ага. Так, и у меня два квеста осталось, надо их быстро выполнить и все, и убивайте меня. Убивайте меня, черти. Бурный, ну фиолетовый. 3, 6, 92. И соответственно... Где мой последний квест? Мой последний квест внизу. И все побежали вниз. Все. Ну, я выполнил. Нет, не все квесты. Я собрал. Мне еще один остался. Ну а теперь все. Я могу за кем-нибудь бегать. Но мне не вызывает. Мне вот рух. Она вот, знаете, в прошлый раз мы играли, и она когда начинает очень сильно отстаивать свою позицию. Ну, скорее всего, она. 3, 8, 1, 1, 2. Она, скорее всего, убийца. Серьезно? Как? Это точно не... В общем, это не рух была. Ну, это очевидно. Спасибо, спасибо. Наконец-то мы поверили. И кто сейчас это... Бежал. Кто нашел, где нашел? Хранилище я нашел. Следующее, я видел, что? Я сверху спускался с кафетерия в этот, к нижнему со реактору. Со мной сейчас была, была Маша и Беринг. Мы чинили верхний кислород. Ну, чё, Варик, мистер или драконит? Ну, вряд ли драконит, он мог меня кильнуть несколько раз, в общем-то. Беринг тоже вряд ли. Так, погодите, дайте-ка я выскажу свое возмущение, а чё это Варик-то? То есть Варик сделал... А подожди, а я еще ничего не говорил. Подожди. Я только что сделал последний квест с реакторами, с двумя турбинками, пробежал понизу, зашел, когда началась тревога, нажал вот эти циферки, и все. А подожди, я разве говорил Варик? Ты ну, сказал, вот, да. Ты сказал Варик, кто там еще? Не, я не говорил, еще, Варик убийца. Я просто всех перечисляю. Я говорю, что вряд ли Беринг, а вряд ли Драконит.
меня это очень задело, у меня очень чуткая и душевная организация. Короче, Варик выполнил свое задание, Варика можно выкидывать. Все, я хорошо, понял. Выкидываем Варика, он выполнил задание. Нормально. По приколу. Я против. Вы не вздумайте, я шучу. Не, все уже поздно. А, в смысле? Да ладно, вы... Че, серьезно? Гады. Меня же просто так выкидывают. И кто? Блин. Слушайте, это был неожиданный поворот. Это был очень неожиданный поворот. Ну и так, но это Евгений. Так, Скиф. Ну это мистер по-любому. Блин, ну вот мистер, кто еще? Хотя нет, есть еще драконит. Да, давайте выкинем Варига, он все квесты выполнил. Короче, в любой непонятной ситуации выкидывайте мистера. Маска Джейсона плюс 100 к Invisible. Капец, я мистера увидел, думаю, ну не может же он опять быть, блин, и он опять. Слушайте, а давайте мистера сразу выкидывать. Я же вам в самом начале сразу сказал, что пятница стопудово виноват. Я больше не предатель. Да-да-да. Нет-нет, сейчас сразу по кнопке. Нет, не гляньте, а смотри, как замутиться можно. Снизу такой микрофончик, а фотка вот в Дискорде. Если вдруг... Ваши телефоны сидят или с компьютером? Ребят, можно. Не, ребят, это было, конечно, очень подло. Очень нет. Подло. Я красный все уже за это. Так, давайте так, шляпа. Дайте черный! Ладно, нет. Блин, скорее всего, серьезно, да. Типа, Варик уже выполнил свои миссии, давайте Варика выкинем. И они правда его выкидывают. Просто. Я, блин, я еще, знаешь, я так боялся, что драгонит не убью второго, я просто боялся его сломать шею, Маша. Мучимся. Да опять, да сколько можно-то, а? Ладно. Блин, а я тут бегаю. Сейчас меня опять убьют. Ага. То есть это драконит и зеленый, все ясно. Вот ведь гады, а? Понятненько. Ну и давайте посмотрим. Ну зато меня сейчас они не выкинут, вот 100%. Угу. Ладвижуха. А М? Ой, Варик! Ань, да, один находится, вот где надо эту радиостанцию чинить. Я а второй что? Где? Только а что зарепортил? Катя, а мы с тобой кого я видели зарепортил. Только что? Да, Немо видела. Немо видела. Okay. Я был в Немо, да. Немо видел. Он... Меня видела Рух, а но я рядом Немо. С Машей был, получается. А где, где зарепортили? Вот просто именно я видел радиостанцию. Мистера видел, мистер. Рух видел, Эвелин видел. Я видел Катю и Нема. Меня видел Нема Рух, побежал куда-то в сторону овеца и Нема. Да нет, я был в этом, в навигации. Опять никто никого не видел. Ну почему? Ну, я хз, видела я овецу, видел. Я видела, ну судя по всему, Нема. Так все, надо кикать мистера, вы че? С нами мы стояли в кислороде, я листики выкидывала. Я тоже. Тоже листики выкидывала. Я пошла в управление, сделала там все квест. Кипали все, да? Только нет. Нет, не все. Ну блин. Не везет мне сегодня, не везет. Ну по крайней мере, поржали. Это у нас Чао. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ну, скиф-то точно не предатель. Нам потом вот синий пробегал мимо, и он ничего не сказал. Поэтому... Ну, это по-любому синий еще. А, зеленый бегает. Вернулся на место преступления. Гад, а? Забавненько. Так. Дальше у нас что? Я даже знаю, как эту серию назову, это будет самая подлая серия, то есть выполнил квест и валяй отсюда. Ой, ребята, вы меня обидели, вот вы меня сильно обидели. Так, надо... Короче, список жертв. Я увидела, как Катя в вентиляцию прыгает. Какая Катя? И рядом еще лежит тело, блин, варенька. Катя? Катя? У нас тут Катя. Тело на вентиляции рядом с телом. Ну, окей, голосуем. Просто, нет, погодите, ребят, не надо сейчас голосовать, потому что я видел, как она выкидывала, у нее была анимация, когда она выкидывала мусор. Она выполнила. Анимация. А ты что, хочешь ее прикрыть? Я видел, как она... Ладно, давайте выкидываем Катю, а следующее голосование мистера выкидываем. Я видел, как она выкидывала мусор, у нее была анимация. Именно у овеции. Она не могла. Мистер, я тебе тайну открою. Анимация индивидуальна. Я видел. Овеца против меня голосовала в самый первый раз, когда мы все скипали. Здесь две девочки, Эвелин. Я видел у нее анимацию. Свой выбор я сделал. Маша видела? Да, я прямо вот в этом, в электрической, там лежало тело и стояла на вентиляции Катя. Но то, что Маша пошла в электричество, можем мы с ним подтвердить. Мы вместе с ней бежали. Ну я уж проголосовал, уж там. Ну хз. Я не Наверное, знаю, меня в прошлый раз тоже в электрической убили, я не знаю. Так, Катя, мистер. Вот опять у вас мистер, блин. Не, проголосовать надо, типа. А. Голосуйте. Я не знаю. Подождите, Катя что-то говорит, но Катя вообще не слышно. Вы видите? У Кати просто нравится. Да. Это. Во. Я вам всем припомню, потому что если сейчас мне выкинете, там такую съемную устрою, что мало не покажется. Там задание. Я первый раз пришла вот в эту вот долбанную хрень, там лежит розовая косточка. Рядом задание. Я не успела. Розовая косточка, если не была уже убита. Она была уже вот убита. В этом слова настоящего предателя. Но ты не зарепортила. Нет. Такое может быть, у меня был такой тупняк, я тоже такой, я когда первый раз играл, ну первые разы, у меня то ли второй был заход такой, типа, я подхожу к трупу, я думал, что нужно на него прям нажать, я не знал, что можно, типа, если ты увидел, что вот эта кнопка репорт всплывает, я думал, что нужно было прям подойти к трупу и нажать. Меня чуть не выкинули, да, но... Нет, не было такой момент. Стоп, там должна какая-то кнопка загореться? Да. Там справа. А я на задание пыталась тыкнуть. Короче, дай мне призрак, когда выполняй задание потом, если что. Ну, я вам темное устрою, я вам темное. Я видел у нее анимацию. Рип энд пит. Ну, все, мутимся. Квесты, квесты, квесты. Ну вот видите, то есть просто... Ну, опять же, Эвелин, возможно, ну, не знала, что... Ну, драконит же убийца, все. То есть с ним осталось-то вот сейчас двоих просто замочить и все. И они выиграли. Мистер. Опа. И мистер, мы потеряли бойца. Если честно, кто это был, но мы что-то все вместе бежали, по-моему, вот по саботажу. А где нашли? Кто нам? А вот прям над этим, вот где кислород,
Собственно, ты из этого, из столовой выходишь направо, идешь вниз к кислороду. Так вот, на этой перемычке сверху кислорода, там он и лежал. То есть вот буквально, где мы только что пробежали. Ребят, я, конечно, мертв уже давно, но мистер настолько не хотел спалиться, что сам себе вскрыл. Да, молчи. Я хз, если честно. Кстати, если что, призраки, вы можете в чате переписываться, и мы живые не увидим вас, как бы, типа, как отдельный чат. А, да, я знаю, кто это. Все, тихо. Призраки молчат. Ну, я если знаю, честно, вообще в душе не представляю, кто это мог. Так, а с кем мы сейчас бежали? Подожди, так, давай. Я бежали. С тобой бежал, Скиф рядом постоянно. Да, ну, и я бежал, Беринг бежал. С нами, по-моему. И Немо, ну, возможно. Ну, я с вами был, и вообще какая-то... Я делала задание по электричеству. Я прибежала в прошлый раз делать задание и зарепортила. Ну, типа, если мы еще одного потеряем, то все, значит... Ну, блин, просто я хз. Я Скифа, Беринга точно видел, мы все вместе бежали. Да, я прям, Скиф, я рядом с тобой прям бежал. Притык. Да. Ну, драконит тоже где-то там рядом был. Ну, против, я не знаю, Маша, Беринг, я только их, получается, не видел. В смысле? Маша, я не... Не, Беринг был точно рядом с нами. А. У меня было что-то типа 7-5-5. Ну, короче, семерки точно были, пятерки. Не, слушай, ну да, где код надо вводить, типа, и вот это Маша на прошлой тирада насчет убийцы, очень подозрительная. Причем ты сверху прибежал, я снизу прибежал. Маша, я видел в электрощитовой. Я просто всю игру нашла тело, я серьезно, я так была в восторге от того, что я нашла тело. Маша, я себе припомню. Тихо. Если что, тебя слышно. Я знаю, я поэтому говорю, тебе припомню. Забудьте. Все, это, короче, все, выиграли убийцы. Да, убийцы выиграли. А, Нэп, я ж говорил. Хорош. Я же говорил, ты не овец. Такое наглое убийство века просто. Радиус обзора меньше. И когда мистер отбивается, короче, я хлопаю его сразу, потому что знаю, что с ним бегут вниз. Какой раунд первым убиваешь? Вы мутитесь, а то запутаться пипец много. Голосов дофига, еще начинают говорить те, кто и так мертв. И вообще путаница в голове просто полнейшая. Мертвые могут, я говорю, переписываться в этом чатике. Умер, замутся, все, чтоб, ну, тебе мы все равно ваш чат не увидим. Живые не видят чат мертвых. Человека просто. Ну да, ты в наглую прям просто вот мы все там пробежали. Я сам... Да опять, ну сколько можно-то? Ну, ребят, ну я хочу поубивать. Блин, ну ладно. А сколько нужно расстрелять? 15? 20? Не помню. 20, да. Опять Скиф. Это по-любому Скиф. Так, Скиф, кто нам навстречу наверх, ну, наверх побежал? То есть а мы... не знаю, я не видел. Я видел тебя, я такой побоялся сначала, потом пошел. Рядом со мной стоял? Со мной рядом Маша и Варик, по-моему, сейчас. Мы со Скифом бежали вниз, он, короче, видимо, меня боялся, я боялся его, я пробежал, и видишь, там зелененькая вот тушка вот эта вот. И все, и нам навстречу кто-то бежал снизу как раз. Скиф, вспоминай. Странно. Потому что опять меня выкинут. Не, ну я там вот кто-то пробегал, ты был и кто-то еще был. Я между вами типа бежал, я по цветам не помню. Я за тобой побежал, и мы на труп набежали. Да ты дальтоник, что ли? А ну вспоминай. А ты же сам видел, вспоминай. Так я на тебя смотрел, а потом бац, и зеленая косточка. Хз, я типа, я не видел. Скип, я не помню, кто это. Я тоже не видел. Блин. А голос-то какой ехидный. Ну кого? Не, ну вот, блин, а кто там пробежал, надо будет пересмотреть, а? Ну это вот, это палево, которое вот просто вот, ну, спасло. Убийцу? Нет,
надо. Свет вырубили. Желтый. Желтый это был. Это был желтый. Это был желтый, вот 100%. Это был желтый. А слушайте, подождите, а скиф вроде бы желтый, не? Не, скиф красный. Ну по- все, надо голосовать против желтого. Да, это был желтый. Ну и что? И как мне теперь доказать, что это был желтый? Так, вот там вот, наверху, какой-то квестик. Слушай. В реакторной. Кого нашли? Драконит, потому что мы с ним были. Я вспомнил, это был желтый. Я в нижнем двигателе. Я только что Брэль. Видел... Брэль как раз стоял в нижнем. Нет, я про... двигатель. Нет, я про то, что вот когда мы с Скивом бежали, то есть я сейчас понял, Беринг пробегал мимо меня, и вот, вот это желтое пятно пробегающее, то есть это был Беринг, когда вот мы со Скивом бежали, это был Беринг. Это точно не дракон, потому что мы сейчас с ним вред там. Я сейчас вообще с Машей, с Катей был. Нет, тебя с Катей не было. Со мной был драконец сейчас. Я только что пришел. Я видел. Это был Беринг, 100%. Варик был со мной. Я другой мистер видел. Ну я... куда-то убежал. Я видел Беринга в администрации, ну там, самой с левой. Но мы там потом как чуток. Вниз пробежал. Я в рубке видел Беринга. Ну это по-любому. Потом я больше всего бегал с Вариком как раз таки. Я хз. Так что делаем? Хз. Ну хз, помимо, получается, Беринга в прошлый раз там достаточно много народу носилось. Это хз, может. Это было желтое могильное чудовище, да. Беринг, все. Я скипнул, я не знаю, у меня нет уверенности. Я вам доверюсь. Ладно, я скип. Светлая память. Ну, у нас остался один, это был Беринг. Мутимся, мы все равно не узнаем, да, пока. Вот мистер подозрительный, конечно. Ну да ладно. Ну меня-то сейчас точно грохнут. Желтое могильное чудовище. Все. Кто-то по-любому есть, нет? Подождите. А, вот. Юз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все задания выполнены. А, это квест, судя по всему, на... Скажите мне. Авиация? Угу. Возможно, но не точно. Ну это по-любому был Беринг. Угу. Что-то Варик. Я нашла черный труп. Я мэра нашел. Где... Мистер, опять загасили. Кого нам теперь подозревать? Так. Короче, я нашла наверное, труп, он был, он был в стороне, где кнопочки эти щелкать, блин, ну, которые пэк-пэк. Он из прямо на входе в комнату охраны вот лежит, да, трупик, да, мистера. Вот. Я видел, что Варик оттуда выбегал. С комнаты охраны? Нет, я бежал по левой части. Не, не с комнаты охраны. Я забегал к нижнему двигателю делать, направлять, короче, эту круглую хуйню на линию ставить. Ну, тебя и мимо меня во время этого Варик пробегал. Но за это время мог еще кто угодно убить. Ну, давайте, раз про меня сказали. То есть я бежал мимо двигателей, побежал вниз, там, где... электрощитовая, то есть видел авиацию, она выбегала из нее, я пошел делать квестик в электрощитовой, и все, и зарепортили там. Ну, проводки соединила и пошла к следующему квесту. Так я не понял, ты где нашла?
Я нашла его на посте охраны, у меня задание где было. Камера, я нашел на посте охраны его, я зарекордил. А почему я тебя не видела? Ну, я не знаю. Ты видишь, у меня значок репорта стоит? Ну, может, потому что вы в поле зрения не попали друг у друга. Боже. Ну, я не знаю, просто я пришла, блин, я, там, слушайте, я к экрану хотела подойти, смотри, труп валяется. Кстати, Евгений, ну, что-то вы как-то подозрительно веду себя, я бы сказал. А я сейчас приходишь к Киеву, потому что когда Я тоже не было, блин. Он пришел в электрическую, стал рядом со щитком, но ничего не сделал. Да, ну, у вас там двое было, типа, я подошел, типа, чтобы не сдохнуть, отбежал. Ну только все равно же можно задание делать, его же никто не отменял. Даже если, блин. Хоть трое будет там стоять. Умри, но сделай. Странно. Скиф, это странно. О, давай. Не кикнули. То есть надо кикать. Ничего, скифа так. Слушайте, он со мной же был. Да не, не может быть. Так, квестик-то все. Еще? Что-то я не понял, а этот квест как работает? Ну ладно. Подозритель. Да. Синее чудо, синее могильное чудовище. Так, ладно. Ну, блин, синий мог меня убить, он этого не сделал. Хорошо. А, ну остается. Ну, по карте бежать, это, конечно, все прикольно. Ага. Они сейчас Они сейчас вдвоем меня закошмарят. Ага, скиф. Слушай, вот. Скиф, если это будешь ты, это будет очень больной удар, по-моему. Все, у меня есть подозрение. У меня есть подозрение, кто это. Кого там нашла? Я так понимаю, я нашел Авелин, потому что прибежал опять же в электрощитовую, то есть выключен свет. У меня есть подозрение, что Катя как-то неловко пытается тут в стрелки перевести. Нет, я сейчас только что делала такую штуку, первый раз квест попался. Надо на прямую линию выставить эту хрень. Ну, короче, это... Как это? То есть от меня все зависит, кого я сейчас кикну, да? Да. Ну я на Катю, Катя как-то так, очень подожди, хитро подожди. Пытается. Я видел, как Овеция бегает. Я с вами бегал с двумя вообще. Скиф, там. Подожди, не перебивай, пожалуйста. Смотри, я видел, как Овеция бегает в электрощитовое все время. То есть в прошлый раз она там что-то даже, мне кажется, и делала. Вот ты со мной первый раз пробежал, да, вот труп. Давай против тебя. То есть ты труп не зарепортил первый раз. Давай ты. Но я угадал. Победа! Хорош! Бэйлик, я делал все, что мог. Мы победили. Ты видел, как это? Логика! Логика! Чтоб вы понимали, короче, я вижу, как скиф. Да, скиф убивает, короче, Машу. Кто-то бежит в электрощитовую. Я перекрываю дверь. Туда не могут забежать, я ему оттягиваю этот момент. Потом этот самый дверь начинает открываться, забегает туда Варик, я выключаю свет. Варик не видит труп, возвращается чуть ниже, потом поднимается наверх, все равно видит ее труп. Блин. Ну, кстати, насчет трупа это жестко было. Я думал, все спалился, а тут раз свет потух, да. Ну, я говорю, слушай, я подло. То есть, я сразу понял, что это ты, скиф, когда свет начал выключаться, я уже увидел, что ты в мою сторону бежишь. Я сразу понял, что я не успел, я добежал, но не смог. Да. Блин, мне надо чаще доверять интуиции. В первый раз я мистера почувствовала, что он предатель, а теперь я на скилл подумала. А первые два трупа, короче, там была фишка, что мы пробегаем по низу, я вижу, что скиф убил Немо, наверное, да?
Зелененького убил. Да, я Беринга отмазывал, я же видел, что он пробежал. Я говорю, я не помню, вес. А фишка-то в том, что ты пробежал и пробегает мимо тебя АМ вниз. И я просто понимаю, что сейчас АМ выбежит вниз и, короче, и увидит труп Немо. Так я за ним и побежал, типа, вместе. Ну. А я его взял и убил, чтобы он не спалил. И тут пробегает Варик, я такой, твою мать.